Многоадресная социальная помощь помогла исполнить мечту жительницы Тулебийского района Туркестанской области. Женщина открыла собственный косметический салон. И таких примеров в селах и городах региона достаточно. О том, как получателя АСП пускают деньги в дело, расскажет Рауль Габитов. У Улжан Куандыковой трое детей. До этого она нигде не работала. Женщина прошла краткосрочный профессиональный курс и выиграла безвозмездный грант на 500 000 тенге. Денег хватило на аппарат для коррекции лиц и аренду помещения. Я с детства мечтала заниматься бизнесом. Приятно, что мое дело несет пользу для других. Услуги косметолога имеют большой спрос. Каждый день ко мне обращаются 5-6 человек. Косметология не единственная наука, которую освоила Улжан. Научилась она и технике детского массажа. Помогает младенцам избавиться от дисплазии тазобедренных суставов. Сейчас купит деньги на новое оборудование. А это жительница Ленгера Акмарал Танкишева. Еще в прошлом году выращивание комнатных цветов для нее было всего лишь увлечением. Но недавно она получила адресную социальную помощь и открыла магазин. В цветах я разбираюсь лучше всего, поэтому и выбрала эту сферу. Магазин расположен в центре города, поэтому покупателей много. В планах у меня расширить бизнес, нанять работника и увеличить ассортимент. В прошлом году адресную социальную помощь в Тулебийском районе получили более 4000 семей. 716 из них запустили собственный бизнес. Рауль Габитов, Ербулат Абишев, Самат Нагашпекуло, Хабар 24, Туркестанская область.